Кремле открылась бесковидная пивная. Там собралась одна компания блатная. А по стране позакрывались фудкорты, и самолеты не летают на курорты. И вот сидим галантерейно за столами, течет по венам спутник Ви с антителами. И лишь один вопрос, как объяснить бацилле, что мы ее почти уж год как победили. А год назад, когда ковид на нас нахлынул, мы крайне шустро забодяжили вакцину. Но не признал ее, обгадив нам малину. Международный медицинский шмаровоз. Привили Сербию, Бахрейн и Сан-Марино. Привили Мексику, Иран и Аргентину. Ну, Аргентину где-то так, наполовину. Вторую дозу кто-то где-то не довез. И тут внезапно, как гроза в начале мая, пришла зараза к нам из города Мумбая. Страны слонов, отчизны Рама и Шама, танцоров диско и коварных дельта-штаммов. За первою волной пришла волна вторая, и население как-то ближе стало к раю. Но не спешат на шприц, на вирус невзирая, колоться спутником Маруся, Роза, Рая. Ах, вам бы стать, Моншер, примером для народа, а то вы ходите, пардон, без QR-кода, без санитайзера, перчаток, без опаски, и, как я только что заметил, и без маски. Ой, бросьте глупости, привьем мы население, во мне родилось гениальное решение. Народ привьем мы тихо, быстро, полюбовно, не принудительно, но все же поголовно. Кто не привитый, тут же выкинем с работы, и со скамейки в парке, и из самолета, и даже с плановым, простите, геморроем. Вокруг больницы пусть печально ходят строем. Привиться должен поголовно избиратель, а если нет, ответит кто? Работодатель. Мы этот метод утрясем и узаконим, ну а загнется бизнес, тихо похороним. Закроем все и гордо скажем «до свидания», зато откроем урны для голосования, чтоб безграничное доверие выражая, нас снова выбрали Маруся, Роза, Рая.